Продолжается процесс уборки зерновых на полях района. Фермеры работают без передышки, используя благоприятные погодные условия, чтобы оперативно убрать урожай, который выращивали с большим трудом. Поле индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-фермерского хозяйства Асланбеча Хамдохова, расположено вдоль дороги между аулами Бличипсин и Кашхабль, где вчера и побывала наша съемочная группа. На 30 гектарах озимой пшеницы два комбайна проводили жатву, которые фермер нанял для быстрого завершения работы. Урожайность в этом сезоне немного подвела, говорит Асланбеч. В прошлом году она составляла 60 центнеров, сейчас около 50, но это еще предварительная цифра. Вчера буквально часиков в 6 вечера комбайны приехали и приступили к уборке. Вот вы сказали, урожайность чуть меньше, слабее, да? Чем в прошлом году. Вот с чем это связано? Связано с отсутствием влаги. После уборки пшеницы что планируется? Если смогу разработать, то рапс буду сеять. Не смогу, значит уже что-то другое. Руководитель хозяйства обрабатывает всего 60 гектаров земли, начав свою деятельность в этой области еще в 2001 году. Как упоминалось ранее, в этом году 30 гектаров засеяно пшеницей, а оставшиеся 30 занимает посев кукурузы. Собранное зерно сразу же складируется в арендованном ангаре. На данный момент наша главная задача – собрать урожай быстро. Что будет дальше, время покажет, говорит Асланбеч Хамдохов. Пожелаем фермеру богатого урожая и высоких цен на продукцию.